Глеб глобально, с точки зрения его действий, негативно повлиял. Он был одним из конструкторов идеологии и политтехнологии этого режима. Глеб был имперец. То, что он делал во второй половине 90-х, это было отражение его понимания, его веры. Он не был наемником. Срачи шли ежемесячные у меня с ним. Но, когда он понял, что он родил, начал тихо отползать, признал свою ответственность, свою вину и свою ошибку. А уж после 24 февраля Глеб совершенно точно, прямо в эфире «Эхо Москвы», занял жесткую однозначную позицию. И таких людей в разных конструкциях много.